Здравствуйте, дорогие друзья! Вот мой и обещанный сюрприз для вас. Я на Блошином рынке на территории музея Москвы. И вот я вам и говорила, что в последнее время все будет в третьем павильоне. Нет, сейчас мы находимся во втором павильоне. И посмотрите, какие изумительные здесь представлены вещи. Ой, посмотрите, какие бокалы. Ну, вы знаете, я в бокалы просто влюблена. А вазы... Боже мой. А вы не подскажете, вот эта красивая оранжевая ваза, это... Италия. Италия. Ну, вот понятно, сразу чувствуется, что это что-то потрясающее. Сколько она стоит? 2000. Ну, недорого. Да. И рюмочки здесь такие необыкновенные. Посмотрите. Я снимаю первую, поэтому вы еще успеете сюда прийти. И если вам что-то понравилось, вы успеете купить. Посмотрите, какой кувшин. Это стекло, оно не это самое, а? Не светится? Светится, урановое стекло. А, урановое? Да. И вазочка тоже, да? Нет, вазочки нет. Вот я смотрю, какой-то цвет необычный. Смотрите, урановое и там еще. У вас просто что-то необыкновенное. Ой, подождите, я прохожу мимо, а здесь какие чайники, сахарницы. Это Англия? Что там? Это Япония до 14-го года. Ниппон. Ну, это вообще прям редкость. Такая красота. И сколько вот ручная это? Роспись. Да, ручная роспись. 3000 за набор. Короче, ну совсем. Здесь единственные наносики, вот там небольшой скольчик. Ну это совсем, это да. Взять наждачку остальное... чуть-чуть. Ой, вообще. Ваза такая. Просто потрясающе что-то. Боже мой, этот сервиз какой красивый. Смотрите. Тоже Япония, да? А? Тоже Япония? Нет, это Германия, Иллюминал. А, Иллюминал, это наше такое знакомое вещь. Ну, очень красивый чайник. Вот подставка для чайника. Нагревать. Да. Ну это вообще прям получше этим. Спасибо вам. Вообще такой роскоши. По рюмке, посмотрите, какие рюмочки. Ну все такое необычное. Это Франция, конец 19-го. Франция, конец 19-го. Ну понятно. Потому что очень-очень-очень. Ой, спасибо. А блюдо какое. А ваза. Ваза с ручной росписью. Зеленое стекло. О. Тоже. А это ваза чья? Это Франция. Вот я так и подумала. Ну что ж такое, не хочу, не могу приблизить. Вот, смотрите, я приблизила. Посмотрите, Франция, цветное стекло, ручная роспись. Ну это вообще сказка. Друзья, ходите по Блошиным рынкам еще, приходите сюда обязательно. И считается, это прям при входе у вас, и считается, вы, как называется ваше, найти, если вас, вы, как называется? Мосвинтаж здесь как? Нет, мосвинтаж, а вы лично, чтобы ваш Авито, стенд найти. Авито. Просто стенд найти. Ну, я даже не знаю. Номер стенда. А ну ладно, в общем, при входе за колонной. Вот такой эксклюзив. Ой. Это Розенталь. Клеймо стоит Розенталевское. Ой, какая прелесть, Розенталь.
считать, все знают, но что такой подсвечник красивый. Первый раз вижу. И опять рюмочки такие на высокой ножке. Нет, 15 тысяч одна чайная пара. Это Стах и Париж середины 19 века. А, это Париж середины... Ну, это вообще, да. А я думала... Ой. Все в идеале, золото все на месте, не потертое, не пользованное. Потрясающе. Ну, вот это да. Друзья. Друзья. Вы сможете пользоваться эксклюзивом. Красивые портреты. Да. Ну, это любое жилище украсит. Ой, как здорово сделано фарфор. Да. Ой, а тарелочки, тарелочки. Посмотрите. А чьи это тарелочки такие? Или это разные? Друзья, их здесь много. Здесь большие попугаи. Здесь птички уже поменьше. А здесь букеты цветов. Это тоже очень красиво, золото с голубым. Кто любит такой синий кобальт с золотом? Какой оранжевый цвет, яркий. Вообще нереально. Да. Нереально, он прям выбивается из всего. Просто потрясающе. Да. Ну вот серебро, металл, мельхиор. Такие молочники. Изящные чайнички. А сколько стоит вот этот маленький чайник? Этот, сейчас я еще не переоценил, но он был 59 500, ну 65, значит. Mm. То есть это вот до 24-го цена еще. Понятно. Ну тут минимальная наценка, потому что сейчас уже не те евро и серебро. То есть это вот... Нет, ну серебро, понятно. 1880 года, и, соответственно, здесь 500 грамм. Ну понятно. Поэтому, понятно. Конечно. Да. Этот да. Вот, допустим, поднос, он вообще вот, сколько у нас там, ну, соответственно, плюс там 15% примерно, 78, да, ну, да, будет 85, да, примерно, да. Вот 1866 даже, 550 грамм.
А приборы какие у вас сказочные. Да, это все вот эксклюзивное английское серебро. Действительно эксклюзивное. А ножи, посмотрите, какие ручки. Вот я таких вообще не видел нигде. Ну это я вот редкий, честно говоря, некоторые я уже даже свое продаю. Это музейные вещи. Это музейные, да, это музейного уровня. Музейного уровня. Причем, вот смотрите, здесь, допустим, вот эти штучки, они вообще недорогие. Вот всякие соусники, они там 8 тысяч, 9 тысяч, 10 тысяч, там 8500, вот. То есть это очень адекватно. Да. И тут вот некоторые вообще, вон тут тяжесть. Это 18 тысяч, так там он прям тяжеленный. Ну да. Ой. Это уж серебро, это сразу вещь уже. Да. Но это все стерлинговое, английское, американское серебро. Соответственно, оно 925-й. А вот эти потрясающие, это чего? Вот эти. Ну это все. Ну это, кстати, вот эти я покупал лично на барахолке во Франции. Вот эти. Во Франции. Да, но я их дешевле там 30 тысяч не продал. У меня на них много хотели. Ну, да, что же говорить. Спасибо большое. Это серебрение вон. Эти вот такие классные салонки, это у них крылья открываются. Поняла, кольца на салфетке, да. Да. Ну это вот как бы они такие, сплав какой-то. Да. Спасибо вам. Да. Удачи.